Доброе утро, уважаемые горожане! Погода нас нынче балует теплом. И мы сегодня с вами будем разбирать слово, которое вызывает некоторые, наверное, недопонимания с нашей стороны. Итак, несмотря на то, что погода теплая, мы с вами обязательно, выходя на улицу, повязываем вокруг шеи шарф. Итак, сегодня на повестке дня существительное шарф. Сегодня шарф не только вещь, укрывающая горло от холода. Сегодня шарф – это необходимый аксессуар нашей одежды. Многие, чтобы украсить свою одежду, повязывают на своей груди, повязывают на шее шарф. Мы сегодня говорим об этом существительном во множественном числе. Мы обязаны правильно произносить это существительное во множественном числе. Итак, на сегодняшней повестке дня существительное шарфы. С ударением на первом слоге. Шарфы носят модницы, шарфы носят люди, которые очень заботятся о своем здоровье, шарфы носят даже животные. Мы им повязываем их для того, чтобы они не замерзали в холодное время дня. Итак, правильно произносите слово «шарфы». Никогда не болейте, спасайте себя шарфами от простудных заболеваний. Всего вам доброго, доброго вам здоровья!